Механик. Блин, у меня походу только пистолет. Я машину-то был. Все. А. Сейчас буду хранилище брать. Подожди, надо. Одна жизнь. Одна жизнь, да. Я, кстати, поставил хард, так что это. Нас там у входа подожду. Ну чё вы там? Побежал. Едем. Ой-ой. Все нормально. Да-да-да. По плану, да? Четко выполняется план действий. Ёпта. Это, короче, сейчас их всех перебить, потом еще и куча китайцев появится. А потом надо угнать грузовик, короче. Ладно. Все, выполняем. А что стоит? Я поехал. Катаюсь. Так, там грузовик, да? Грузовик в конце, короче, слева там стоит. Сначала надо всех их поубивать, потом еще волны пойдут. Там одна волна вроде. Пацаны обходят, такие дерзкие. Ну-ну-ну, да, идет такой, гуляет. Оп-оп-оп-оп. Спецназ. Есть. И он так раз на это грузовик, короче. Кто-то на одной тачке едет, тут два места. Короче, один в машину влазит, чтобы отстреливаться, а другой на машине сзади едет, прикрывает. Бля, кто КамАЗ взял? Я его отогнать. Короче, кто-то ко мне садитесь в эту фигню. Один. Бля, меня уже стреляет, ну что, убьют. Ай, бля. Так, ты грузовик. Да-да-да. Вот, сейчас идем. Да-да-да, сейчас я. Фен, стой. Стой, фен. Да, они меня стреляют. Ой-ой. Все нормально, я еду. Сейчас вот сейчас поехали за мной, сейчас в городе еще будут чуваки. Вот надо будет меня прикрывать. Поехали. Вы там едете, не? Да-да-да. Музыка четкая. Ну, тыц-тыц. Ох! План. Вот, значит, надо захватить, в плен взять. Так, отправляйтесь на... О, стрелка, ёпта. На стрелку! Поехали, пацаны, 90-е! Ёпта. Кто мотыгу... Кто там решил пизды-то выхватить, а? Кто мотыгу взял? Ой, стрелка, пацаны! Выкрадите ков. А, это не наш стрелка. А, подожди, выкрадите. Значит, их всех убить, что ли, надо? Ну, значит, да. Ох ты, бля! Меня сразу застрелили! Че-то херово мы стрелку начали. Короче, Миш, это... Дадим пацанам шанс. Надо было спрятаться. И меня убили, отлично. Страшно. Прям с одной пульки. Все ясно. Короче, надо по стелсу в эту стрелку ходить. Да не, надо просто спрятаться, да и стрелять, а вы, блядь, приехали. Ну, вы начали стрелять, короче, меня сразу бах, ёпта, я такой посередине стою, ни хера не понимаю. Бать! Ну ты начал. Чё, тебя убили? Я даже убежать не успел. Как бы всех убить. Пацаны, походу, не поняли. Ох, бля. Так, это он. Ясно, сальтуху крутанул. Че там? Ты сдох? Миша сальтуху крутанул. Нормально, кокс воруй, гони. Он в тачку мотоцикл. Где вообще? Гей-гей на чем-нибудь. Мотоцикл бери. Давай, а за тобой кто-нибудь гонится? Хрен, да. Пока что нет, скоро, да. Это колесо, братан. Это серьезно? Это легально? Вообще на стрелку пацаны пришли, такой прям. А, ведь машина фенок стоит где-то. Еще там же. Ну, давай, убей его. Нет, да устал! Чё-то ты его не добил. Ну, пока всё ясно. Чё-то ты его не добил. Ладно, все, хорошо. Теперь все нормально. Короче, только теперь да, теперь никто так это не делает, это нахер надо. Я сейчас сначала спрячусь, а потом начинайте. Да, Миша, стартуешь, короче. Все, может, я готов. А там еще сбоку это как. Ясно. Ян, там сбоку охранник. Сбоку это какого боку? На карту смотри. А, ёпта. А они откуда таким хером? Ну, тут охранник.
Покурить вышел, что ли? Ну да. О, ёпта, так мимо меня ракета, короче, прошла вообще. Вся жизнь перед глазами. Бля, зачем прятаться-то тут? Фу-фу. Так, по-моему, еще трое. Я уничтожил Кокс! Блять! Все нормально. Переборщил. Ну, да. Последняя была лишней. Ну да. О, окей. Отличная защита. Все нормально. Все под контролем. Я контролирую ситуацию. Миха, у тебя что? У меня вертолет. И у нас вертолет. А ты где? А как? А, я, у меня не показано просто куда лететь, мне он показано... Он нападающий, знаешь? А, он должен тебя сбить, да? Да, вон он слева. Он тут меня вообще... Он меня наблодится! Маневрируй, ёпта! Я почти попал! Я почти попал! Ух, ёп! Чё-то меня... Так, чё-то мой защитник не очень. Чё-то немножко меня убили. Крики там такие, душераздирающие. Ну... Мавафака! Шкопа, по-моему. Я плёху был. Следующая волна. Броники, пополняйте, пушки пополняйте, короче, и сразу ныкаться. Ой-ой-ой. Ой, сзади, заспавнились. Херо его к стене прибил. О, бегут. Так, у меня жизни уже нет. Бля, все, я труп. Тут, короче, надо, если мы все волны убьем до конца, то есть кто сдох, они в следующей волне оживут. А-а-а. Просто ё-а-а. Надо тащить. Пушечки. На мини-карте, смотрите, там патроны, пушки, все, дерьмо валяется. Главное броник. Броник самый. Пулемет! Я тяжелый взял, может поможет. Бля, куда? Отлично спрятались. Просто замечательно. Просто я вообще не туда побежал, короче. Просто вообще. Нет! Пацаны, хорош, пацаны, давайте договоримся. Так, это ты был. Сам ты мазафакер, понял? Не-н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 е. Вот так, да, вот сюда, молодец. Хоп-хоп! Спецназ! Хоп-хоп-хоп-хоп! Где враги? Там. Можно, конечно, заминировать. Так, едем. Ну, если есть. Что-то едет, да. Ой-ой-ой, они с другой стороны появились. Ой-ой. Ой, они совсем до потоп. Ёлы-палы. Да. Набежали. Меня проехало, нет? Так, конечно. Да, скидай туда. Ой, ёп. А, кто взорвался? За что? Машина. Почему ты взорвалась? Ясно, почему тут взорвалась. Справа двое, слева один. Это будет четвертая волна. Я волна. 15-й возьму, пока не буду убивать. Откуда меня долбят? А, ясно откуда. Надо... Чтобы с какой-то стороны быть прикрытым, ясно, все. Опять я был в середине. Да, в середине херово быть. Тут приказ во время втягивания, если нажать кнопку, можно прикатываться. Угу. Да-да-да. Так, что там могу? Справа. Вперед. У вас РПГ есть? Я снесу его. Там их... Ой-ой-ой. Ох ты, мимо. Что-то херово как-то. О, убили. Попали, гады. Да ёлы-палы, давай, спасай свою жизнь. Рамси, нормально. Вертолет. Ясно. С двух сторон вертолета. С двух сторон, слева-справа. Минус один.
Ну мне надо отхилиться. У меня хп мало. Меня убили. Понял. Ты меня немножко обогнал. Чуть-чуть. О, стена! Чё это? Не стена, ёпта! Забор! Нормально, всё, я еду первый. Дробовик обрез. Как скорость скиллы, как пробирает. Ой, знаешь, на геймпаде. А зачем гаечный ключ-то? Тут они ломают, что ли? Да, похоже. Ага. Ракета, ёпта, это чё? Понятно. Это ясно. Чё-то там пацаны не тащите, короче. Везучий ты, пацаны. Я уже даже сзади не вижу. О, блядь, обернулся! Стоп, сука! Мимо. Вам повезло. Блин, почему ракету на бомбочку какую-нибудь отложить можно было бы вообще ништяцки? Краш Бандикут? Ага. А ты компанию не проходил? Не, не проходил. Там такая машинка будет в миссии, как у Джеймса Бонда. Назад можно сбрасывать эти такие штучки, шины прокалывают. Я понял. У кого? Из мафии было второй? Не-не-не, опять от первого лица. Сукас! Отстань, Миш! Отвали! Сзади там. Отстань, я говорю. Чё за дела? Алло! Не, подождите, а не-не-не. Вот так вот, чё я думаю. Вот что я думаю. Чья это машина такая белая? Вообще чья? Чья это такая? Стрельни. Сейчас, смотри, из рогатки стрельну. Спокойно. Сейчас все будет, сейчас все будет. Смотри, смотри. Смотри. Оп! Бам! Посмотри назад! Че там, а ты где? Ты куда пропал? Не-не, нереально, у него какая-то машина! Второй он, да. Стой! Ой, финиш! Нормально, второй приехал. Я тут сальтухи кручу. О, я беленького вижу. Сальтухи кручу. Время еще есть, можно и в знак врезать. А тут самое главное запижонить. Запижонить самое главное. Вот так. Во. И поехали, поехали, поехали. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну ты это. Так, двое кто-то улетело. Кто-то меня сбивал. О, самолет! Самолеты! Я в самолет въехал, кто-то в меня. А, чё самолеты! О, куда все развернулись-то? Я хотел к кому-нибудь ехать. Второй круг, last lap. Сейчас режим Шумахера включаю, короче. Ух ты, меня что-то кто-то не сбил. Ооо! Опять долбанный самолет. Миша, слева какой-то парень красный, давай притормозим, убьем. О, он на нас едет слева, да. Вот сейчас выскосит. Где он был? Он на мотоцикле, походу, да? Да. Нихера он что? Хрена он толстый. Он, по-моему, в пассивке. Да, все, да, поехали, да. Он пассивки. Давай потом покажем. Это хера ты через окно прям. Нахер дверь открывать, я через окно так дырку проделал. Еврей. Да по-любому. Паранойя. Эти, разработчик оружия, идет. Любитель. И просто нехороший человек. Да-да-да. А кто у нас пост? А, ты. Ты сейчас будешь настраивать все, да? Бля, меня, короче, не взрывателем. Такие банда пошла, короче. Так, ну где твоя тачка? Сейчас. Там слева. Где? А вот он был. Ты машину ебать. На скутере уехал. Нихера суровый чувак. Вот он вообще дикий. Ну, давай его собьем еще.
На дело поехали. Она не простреливает ее? Она не простреливает. А, ну стреляйте. Вот этого сзади убейте. Да, она вроде не простреливается. Она не простреливается. Я уже выполнял на этой машине миссию. Там пацан подъехал, короче, над ней. И мы на ней тупо вот стояли и простреливали. Всех. Это много. Они нас не взорвут? Ну, езди. Миша, просто едь туда-сюда, вперед. Это не я за рулем. А, я за рулем. Ясно. Сейчас я покатаю нас. Нормально. Так быстро. Что, нам попадаете? Нифига в нас дырка. Мы вообще все в дыру. Парень погиб. Ну, блин. Сейчас мы на этом месте будем тупить. У меня почему-то нету этого. Пластида. А они кончатся тут? А... У меня 25 штук было. Ну ты, наверное, с этого места не можешь его кидать, а хотя не должен. Покрути этот самый. Да я ж уже покрутил. Ну ладно, короче, тут. Бам! Немножко взорвал. По бочкам там стрелять. Ты что тут, решил поплавать? Ага. Погоди, если мы сдохнем, миссия провалится. Кто вышел? Я вышел. Не очкуйся, нормально будет. Остался живут. Да, да. Тебе далеко, кстати, Миша, там? Да не очень. Кстати, я могу кого-нибудь с собой взять еще. Тут одно место есть. Возвращайся, да. Мы подождем. Или да, где-то тут еще пассажирные места есть. Не-не-не. Я посижу здесь. Что это такое было? Я взорвал. Да стой ты, что ты делаешь? Все покрышки взорвут, смотри. Ну сейчас чуть я не утонул, короче. Еще бы один. Смотри, я добиваю машину. Лада Калина Рейсинг. Лада. Ну я надеюсь, ты плавать умеешь. Нет, не умею, все. Миссия провалена. Разобью тебе лицо, выходи. Нет, я теперь не выйду. Банда. Какая-то шлюха. Какая-то последняя быдлятина вышла. Все такие нормальные пацаны, и тут какой-то быдло выходит. Где транспорт? Кто погоду заказывал такую? А этот путями окольными едет. Который быдло вообще по каким-то этим деревьям. Ну, с деревенскими путями там вообще. По своему, по местному, наверное. Знает короткий. Че крадешься? Нельзя. Блядь, поворачивайся. Фак! А где моя машина, чуть-чуть упадет? А ты вызвал? Может, я тебя убил, может, она типа, сбросилась? А ты и вызвал. Просто бывает такой глюк, когда там типа с места идешь или нет. Машина просто пропала, кстати. Ну да, ну глюк такой бывает, а потом чуть подождать надо и теперь это самое привезут. На ту сторону надо, да? Да поехал, нам не туда. Приехали, короче. Дубль 2. Я думал, здесь не глубоко. А, течение, нет. Глубоко. Если бы не глубоко, моя пошла не утонула бы. Фак. О, летим. Ой, нет, только не вода. Я меня все потом тоже. Лава. Это так и было запланировано. What the fuck? Как ты сюда попал? Джейм Кумарио. Он сейчас отвалит от нас.
Так, в эти кусты встану. И чё? Вот так и всё, не вижу. Как в танках, ёпта. Всё, у меня мигает уже. А ты плывёшь там, что ли? Да. Нифига. На другой берег. Окей. Так. Не двигайся. Я, что-то стреляет с машины. Ну как? 9000. Слышь, давай я тебя завалю, 9000 получу. Для тебя они нужны? Да. Я сомневаюсь в этом. Они тебе совсем не нужны. Ну-ка, я буду следить за народом. Вон, к нам вертолет летит. Во-во-во, вот в ангарах самолеты, вот этих, которые побольшие такие ангары. Где-то тут должны еще вертолеты быть. Черные такие. Так, у нас уже... Ищи их. Ты видишь хоть один? Нет, ты видишь танк. Танк? Нет, танк не надо. Тихо. Ты если от танка на расстоянии держись, они там не достреливают. Че, они в тебя стреляют? Они на мосту? Они... Я не знаю, где они. Я их вижу на карте. А я тоже их стреляю. Они где-то внизу. Они где-то в кустах там, по-моему. Помедленнее лететь. Это он... Горой, что ли? Это он там по дороге бежит или едет, что он делает? Ох, ё! Лол, я об землю шандарахнулся, но не умер, но у меня... Похоже, сейчас будет двигатель выключаться. Так, я дымлюсь. И... Опа! Вообще! По-царски подал. Так. Сейчас я такие подаю, такие вообще не берутся. Не, ну это херня берется. Да, бля, чё он стал, чё я нажал, он должен был бить. Не! Ха-ха! 30-15, а 40-15. Так, ещё одну надо выиграть. Это будет 3-2. Так, мое место прям... Во! Пошел. Да! 40-15. Просто ничего не делает. Потому что такие не берутся. Давай. Вот так вот. О-о-о! Ну, я думал, далеко будешь подавать. Загонял. Вообще. Че, 3-3, да? Так, я подаю норм. Не! Не! Да! Так, 4-3, по-моему, да? Да. Норм. 4-4. Посмотрим. Ху-ху! Ху! Ду-ду-ду-ду-ду-ду! Оп! А я вот так вот загасил. Чё там, 30-0. Хорошо идёт. Обманул. Просто не допекаю. Ну, не успевает, типа, слишком быстро летит. А если допекает, то не бьёт.